Семья наша, коренные жители села Насыркорт, у моего отца было движение. В 1939 году наш старший брат был Абдул-Маджид. От первой жены отца она умерла. В 1939 году он добровольно ушел служить в армии. В финскую войну участвовал, без вести пропал. Но в то время фронт приближался, война подошла близко. Тут из школ освободили, солдаты были в школах, офицеры по квартирам были размещены. Это в 42-м году, где-то в октябре так. А я должен был этот год пойти в школу, но тоже занятий не было. Как вам вспоминаются события непосредственно самой депортации? За день до этого было сообщение, завтра будет серьезное там мероприятие. Мужчины, достигшие 15 лет и старше, явиться в 8 часов. И, в общем, все мужчины пошли на это собрание утром рано. Наш дом пришли 3 человека. Собирайтесь. Разрешено было, я сейчас, правда, забыл, сколько там кукурузы, сколько там. Несколько кур порезали. Мать хотела... Отца шапка висела, хотела взять шапку, его толкнули. Ну, нас, вот, которые здесь жили, вот, так, у Шахкиевых там такой двор был большой. Там собрали нас, корову мычали. Обстановка такая тяжелая была. Собаки лаяли. Сказали, что вас выселяют. Так вот, которые потом переводили. Я русский не понимал. Вас выселяют. Вам разрешено врать то-то, то-то, то-то. Собирайтесь. А вечером уже, ну, еще светло было, солнце не село. Нас повезли на станцию. Там пришли наши... брат и эти, которые ходили на... А там на сходе их окружили и не пускали. Вечером, когда на поезд сажали, а поезд этот был, ну, товарняк или... Это не пассажирский был, а грузовой. Ой, там буржуйка стояла, у кого что есть, постелили. Но мы, дети, нас укладывали, а матери наши, они сидя, вот это 18 дней, сидя спали, лежать негде. Народу много было. Через 18 дней станция Кайбагор назывался. Еще раз повторите. Кайбагор. Станция Кайбагор. Мы доехали в Казахстане. Там это было
ну, темнеть начало, вечер. Нас высадили, с вагонов высадили, стояли трактора с санями. На санях была солома постелена. Нас в эти сани детей положили, одеялами накрыли. Там, а взрослые, я не знаю, как они сидели. И ехали мы, в общем, 110 километров. Нас везли на этих санях. Вот этой станции Кайбагор вас еще 110 километров? От станции Кайбагор до места, которое нам там подготовили. Это ферма номер 5, да? Пятая ферма называлась. Колхозные фермы были. Там скот, где держат, есть база. Там они почистили. По двух сторонам соломой все застелили. Брезенты вешали, что, ну, как подобие ячейки, комнат. Каждый поставили буржуйку. Окна, где стекла были, там, это очень редко там было, некоторые окна. А в основном завешали, что в мороз. И вот там сплошной все заболели. Его называли брюшной тиф. Это большая температура была. Во рту все, ну как, месиво. Бредили. У нас вот из 12 человек не заболели двое. Одна сестра и вот этот старший брат, 12 лет. Они не заболели, остальные все заболели. Очень тяжело была мать. И этот период, за эту неделю, с каждой семьи 2-3 человека. А из тех, кто уезжал в Казахстан, из этих 12 детей, в Казахстане погибло сколько? В Казахстане погибло 5. Из вашей, от вашей мамы сколько? От нашей мамы двое, две сестры мои. А от второй матери этой. Три. Два мальчика, один как раз моего возраста был, Хамид. И самый младший я убежал. Два. И Мария Мях, сестра. А что вас ждало на родине, когда вы вернулись? Что здесь было, что вы увидели? Вернулись, наш дом стоял, но заросший, видать, давно покинули. Ремонт ничего не делали. Колодец, они что-то там пустили, испортили. Воду надо было с родников брать. А у некоторых еще жили, они без денег не уходили, выкупали. Так, и потом государство, не только эти, которые жили, государство, законы, столько-то надо платить. Деньги платили. У меня фундамент был заложен здесь. Землю я участок купил здесь. Ну, я же отсюда местный. Вот этот дом,
стоит там, где стоял дом моего отца. Были какие-нибудь материальные компенсации, помощь от государства? Да, на семью была помощь, но стоимостью, вот, например, у нас, стоимостью, наверное, индюка. Это за потерянное имущество, да? Да, потерянное имущество. А я себя считаю дважды репрессирован. Почему? Я скажу. Я жил в Грозном. У меня была 4-комнатная квартира. 1997 году я его сдал на компенсацию. Тогда, в то время, назначили, тогда нормальные деньги были, назначили 130 тысяч денег. Это в долларах было где-то 20 тысяч долларов, когда назначили. А через 4 года отдали. 4000 долларов смог я купить за это. И так в детстве Сталин выслал, а взрослый, ну, если вот сын был не это, я бездомный, должен был бы умереть. Вот этот день, который выселяли как. И вот это поезд, и вот это помещение, которое мы в сарае это. Вот это. Никак не могу забыть.